В Одесской области усиленно стелят солому к выборам, вопреки закону и обещаниям. Причем делают это люди с отнюдь не безупречной репутацией. Подробнее наши корреспонденты. Ананьевский район Одесской области, 138-й избирательный округ. В воскресенье утром сюда неожиданно приехал глава облсовета Алексей Гончаренко. В здании райадминистрации собрал председателей поселковых советов. Сначала говорил о политике, о президенте и вдруг начал агитировать. Прошу вас значит, что люди уже підтримують президента и его команду партию Порошенка, то уже логично підтримати и кандидата висунутого цього партії. Для тех, кто не понял, за кого голосовать, Гончаренко повторил. И не один раз. В зале были представители других кандидатов, попытались возразить, мол, такая агитация незаконна, но им слова не дали. Вы можете зібрати свою зустріч і розмовляти ні на заяву. Сейчас Гончаренко утверждает, все в рамках закона, мол, поехал агитировать в свой выходной. А вот что говорят в комитете избирателей Украины? Какую-то исключительно формальную лазейку в данной ситуации можно найти, но де-факто оно остается тем, чем оно выглядит. Использование административного ресурса. Причем такая агитация, по словам специалистов, может вызвать обратный эффект на горе своим организаторам. Главы поселковых советов могут вполне справедливо возмутиться подобному косвенному, как минимум, давлению на себя и могут, наоборот, работать против данной политической силы. Власти обещали, что будут контролировать, дабы чиновники на местах не использовали служебное положение для агитации. На деле же здесь, в Одесской области, это нарушается повсеместно. Следует напомнить, что сам Гончаренко еще в прошлом году был ярым сторонником партии регионов и с таким же запалом поддерживал политику Януковича. Если для многих из нас времена изменились, то для Гончаренко, похоже, нет. Ольга Серова, Владимир Урбан, подробности телеканал Интер.